Привет, друзья! В этом году невероятно красивая зима укутала пушистым снегом все вокруг. Зима, конечно, очень здорово, но мы отправляемся в солнечную Австралию за вкусным десертом. Итак, к овсяным хлопьям добавляю сахар и просеиваю муку. Сегодня мы готовим австралийское печенье «Анзак». Первая версия этого печенья появилась еще в 1823 году. Тогда печенье готовили без кокосовой стружки, и кокос стали добавлять только с 1924 года. Добавляю кокосовую стружку и перемешиваю сухие продукты. В растопленное сливочное масло добавляю золотой сироп, или как его сегодня называют, мед. Надо хорошо все перемешать и отправляю миску к сухим продуктам. Теперь в соду добавляю кипяток, перемешиваю и сюда же к сухим продуктам. Ну а теперь надо все хорошо перемешать, и чтобы продукты хорошо соединились, я это сделаю руками. И последний штрих. Делаю шарики размером с грецкий орех и выкладываю на противень. Это простое и невероятно вкусное печенье до сих пор выдают солдатам на Рождество. Популярность свое печенье «Анзак» приобрело еще во времена Первой мировой войны, когда женщины Австралии отправляли посылки с ароматным печеньем своим мужчинам-воинам. Ну а теперь отправляю в разогретую духовку до 160 градусов, минут на 10. Тесто очень мягкое и при запекании меняет форму. Печенье немного остыло, и его можно украсить растопленным шоколадом. Так сегодня делают в кафе и кондитерских. А к печенью прекрасно подойдет ароматный австралийский кофе. Я завариваю в турке. Как только кофе начинает закипать, добавляю цедру, апельсины, лимона и гвоздику. Быстро снимаю с огня и дам настояться. Если вы завариваете кофе в капельной кофеварке, то пряности надо положить прямо на дно стеклянной колбы, так чтобы кофе капал на пряности. Такие печенюшки можно приготовить не только для своей семьи, но и в подарок для близких. Друзья, поддержите, пожалуйста, нас лайками и комментарием. Ну что, друзья, время пробовать вкусняшку. Посмотрим, что у нас сегодня получилось. Вкусно, очень вкусно, не сладкие, хрустящие, в то же время мягкие. Вот внутри они мягенькие получились, и сверху корочка немножко хрустит. Очень здорово. Чашечка ароматного кофе. Как интересно. Вот такие легкие-легкие цитрусовые нотки. Очень вкусно. Я себе теперь по утрам буду так заваривать. Очень вкусный ароматный кофе. Посмотрите, как быстро и вкусно на своей кухне можно приготовить австралийские вкусняшки. Продолжайте с нами гастрономическое путешествие. Прошу к столу и приятного вам аппетита!